Вновь улица Воровского превратилась в праздничное общественное пространство. В выходные здесь открылась ярмарка «На севере весна». Несмотря на дождь и слякоть, мурманчане отмечали конец холодов. Дождь капает, небо голубое. И настроение весеннее. Одежды меньше на людях, снега меньше в городе. Все улыбаются, рады, солнышко. В общем, классно, да? Надежда на жизнь, на будущее. Хотелось бы еще добавить музыку какую-нибудь, чтобы хотя бы такая для фона была. А так, да, чувствуется. Рановато, муж не хочет, нужно бежать на марафоне, а снега нету. Поэтому мы радуемся, а он не очень. Развлечения традиционные. Мастер-классы, сувениры, фотозоны – все отсылает гостей к оттепели и наступающей масленице. Угощения соответствующие – блины с самыми разными начинками. Но главная достопримечательность весенней ярмарки – чувствуете этот весенний запах – это свежая рыба, а точнее очередь за ней. Она протянулась с Софьи Перовской до самых пяти углов еще с утра, а как только ларьки открылись, дала еще несколько разветвлений. Для торговли открыты два фудтрака, в каждом два окошка. Продавщицам отдыхать некогда. Один за другим они ломают ледяные брикеты, но края очереди все еще не видно. Девчик пришла. Ничего себе. Да. А так любите мойву? Да, вообще рыбная душа. Я люблю рыбу. Мясо редкое. А я живу вот тут, через дорогу, поэтому пришла пораньше. 9. В 9 пришли, и не лень вам сегодня утром? Нет. Что будете готовить? Да много рецептов. Например, какой любимый? Да парим, жарим, варим, там, и солим. Она наша, северная, мы северяне, и мы любим ее, а почему бы нет? И тем более, что из всей рыбы, которая имеется, получается, что она на данный момент самая дешевая. К полудню привезли чуть больше 1,5 тонн мойвы. Через час еще столько же. Расходится товар быстро, но организаторы обещают подвозить по мере необходимости. Ведь вся ярмарка и наша рыба, в частности, будут работать до воскресенья. Александра Клепцова, Максим Чинкин, ТВ-21+.